Так, я знаю. Ты считаешь, я бросил вас, и... Хотя, конечно, так и есть. Еще ты продал меня. Чарли. Привет. Ты не должен приходить сюда. Согласен. Ты его опекун, и он твой, но я всегда все делал неправильно. Прошу, дай мне в первый раз сделать как надо. Ладно. О чем мы говорили? Ты продал меня. Да, было. Не спорю. Погоди, что ты сказал? Потом нас отделали. Ты спал на полке в грузовике, и это ужасно. И опасно. Еще как. В смысле, я знаю. Черт. Прости меня. Ты здесь за этим? Прощение попросить? Нет, нет. В смысле, да, да. Ну нет. Я хотел сказать, что я все осознал. Честно. Поздновато, но я все понял. Я знаю, я мог бы быть рядом, когда ты нуждался во мне. Я должен был. Твоя мама, она... Она была классная. Да, была. Самый лучший. Да. Самый. И мне жаль, что тебе пришлось пройти через такое. И вернуть все эти годы невозможно, Макс. Но я рядом сейчас. И если позволишь, я буду драться. Зевс принял наш вызов. Что? Нет, не наш. А твой, твой вызов. Ну что скажешь, Дебра? Ты отпустишь нас? Один вечер. Один вечер и нужен? Спасибо. Возможно, мы с треском пролетим, но сделаем это красиво. Да? Что скажешь?